Всем привет, с вами Информ ТВ. Сегодня утром 26 марта в семье знаменитого шоумена и телеведущего Дмитрия Шепелева родился второй сын. Как назвали мальчика, не сообщается. Но артист с большим удовольствием делится фотографиями малыша у себя на странице Инстаграма. В эти минуты счастливые родители получают поздравления от поклонников и близких. Цитата: «Добро пожаловать», прокомментировал Шепелев один из снимков, обращаясь к маленькому сыну. Напомним, ребенка телеведущему родила бывшая жена владельца аптек 36,6 Екатерина Тулупова. Женщина является ровесницей 36-летнего Шепелева. Она дизайнер интерьеров и основательница компании «Деловые завтраки». У Екатерины есть дочь от первого брака, а также она заменила маму Платону, который родился у Шепелева от брака с Жанной Фриске. Близкие говорят, что Платон сейчас очень счастлив, ведь у него появился братик, о котором можно заботиться. Желаем малышу расти здоровым, счастливым и радовать родителей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!